Так, вы тогда играйте, я сейчас отойду на минуту три. Давай. Давай. Мы выебем этого призрака. Мы в фургоне посидим просто минуту три. Соль, датчик движения, благовония. Давай быстро все сделаем, чтобы он даже не успел вернуться, блядь. Давай. Скилл покажем, так сказать. Я пошел на второй этаж. А тут есть второй этаж? Нету. Это была шутка. Нет? Нет, нету. Ты в последней комнате. Чердак? Уже. Нету. По новой. Ты телек? Телек ты включил? Да. Блядь, 10.5, 10.7 где-то здесь. Где ты? В первой комнате. Может, коридор, блядь? Погоди, погоди, вот здесь где-то. Да, это вот эта комната, где ты был. 10.3 минимум. Вот здесь 9. Вот 9.7, да. Вот оно. Здесь 9. Ой, блядь! Сука! Ебать, шо ж так громко-то, блядь? Тварь, блядь. Я возьму соль и датчик движения. Возьму видеокамеру и радиоприемник. Тут ЕМП-ху можно и на улице проверить. Датчик движения и соль засчитали. Yes. Илюха, отпечатки есть. Вот ты делаешь, наведи на стекло. Я вижу отпечатки здесь. На каком из них? На окне. Левее от тебя. Левее. Во, стоп. Чуть-чуть прошел, обратно. Да я фоткаю уже. Отпечатки есть. Не засчитали. Поставил, посмотри её. Сейчас зайду, подожди, не засчитали. Дай нам знак. Засчитали, сейчас камеру посмотрю. Дай нам знак. Give me a money, man. Но приемник молчит. ЕМП осталось, да? Да. Ебать, там сейчас десятка была. Ну, не прям сейчас. Бля, вов... Пока ты кричал, стоял. Здесь
пиздец. Не видно. Но. И блокнот, сука, пустой. Блять, активность ноль. Не вовремя. Дай нам знак. Там активность. МП-4. Отлично. Да, есть надписи. Выноси его, выноси его. МП-4. Он блокнот под кровать закинул. Клади на землю. Ты там не сможешь. А, не сможешь, сможешь, по-моему. Что у нас так, есть? Отпечатки. Отпечатки и записи в блокноте. Мне благовония зачитали. Да, отлично. На камеру вторую поставить. И что, опять в радиоприемник ходить орать, что ли? Это дух либо реверант? Сейчас посмотрим. Быстро скажу. Дух. Я думаю, это реверант. Дух — это радиоприемник. Ну он молчал, я там стоял, орал, он молчал. Ревенант — это ЕМП-5. Оно 4 было. Блять, ты ёбаный читер, заебал, блять, не ходить никуда. Тут там бежать некуда. Ты можешь в шкаф сесть и поорать его, к примеру. А я ЕМП, блять, увижу и все. Может, ты пойдешь в шкаф, ты с ЕМП посидишь? Давай, похуй. А я камеру возьму, подожди, фотокамеру. Я погоди, я скажу, как призрак будет. Там активность 5, активность 6 уже. Пол Мур зовут, Пол Морм, Пол Мур. Дай нам знак. Ляна дыхнула. Дима, помоги. ЕМП-5, Дима, помоги, она дверь открывает. Она там, нет. Я вижу, но ее не вижу. Ее не вижу. Она мне двери открывает, сука. Ну так открой ее уже. Да сейчас, блядь. Сейчас, подожди, активность посмотрю. ЕМП-5 без остановки. Активность 10, активность 10, тама. Там тень, я значит. Я хуй знает, что делать. Там тень. Изи катка. ЕМП-5 ставим. Ты посмотри, что там творилось у тебя, когда ты там орал. Город, блядь. Это ревенант. Ну все, ебта. Хуя вы быстрые, блядь. Поехали. Сак, я отыграл, блядь. О, вот это скилл, ебать. Это даем, нахуй. Ты уже все, что ли? Да. Тебя ждем, да. Это вы шустро. Скилл, ёба. Саня, там ревенант был. Если чё. Так, блядь. Пули я не выстрелил, ничего не дали. Ну хули с профессионалами играешь? Да блять, он сейчас подумает, что мы просто уехали и все.
Кстати, в натуре, может, в натуре.